Если болят плечи, я покажу вам, что нужно сделать, чтобы резко улучшить кровообращение в суставах и в мышцах плеч. Я пропою вам сейчас мантру в ритме сердца и покажу, как работает сердце. Сначала покажу, как работает сердце. Значит, 8 ударов сердца. Работает правая половина сердца, синяя. 8 ударов сердца на выдох. Работает левая половина сердца, красная. Поехали. Я показал вам, как я дышу в ритме сердца и в ритме полного дыхания йога. Смотрите другие мои упражнения, которые связаны с полным дыханием йога и с работой сердца. Там вы можете 8 минут в этом ритме петь любую мантру или молитву вашей конфессии. О чем у меня тоже есть видео. Около 16 мантр и молитв я исполнил в YouTube. А теперь перехожу еще на Яндекс.Зен. Подписывайтесь, мы будем заниматься здоровьем. Сегодня я вам покажу, как я решаю свою проблему. Вот, болят мышцы плеч, прямо ноет все. И я вам сейчас покажу, как я это делаю. Так, включаю сердце. И начинаю. Сейчас я объясню. Нужно в ритме сердца на каждые 2 удара сердца 1 хлопок по плечам. Руки меняются. То правая снизу, то левая снизу. Вот левая снизу. То есть с каждым хлопком вы меняете положение рук. Для того, чтобы вот так еще работать. Потом еще в этом ритме поворачивать нужно. Ну, поехали! Заметили, что под конец упражнения я стал улыбаться, перестало болеть правое плечо. Почему я пою? Да потому что когда человек поет на вдохе и выдохе, он диафрагмой дополнительно сильнее качает кровь. Поэтому певцы и живут дольше. Но так как я, никто не поет на этом земном шарике. Я пою и на вдохе, и на выдохе.
Если петь так 90 минут в сутки, то жизнь становится бесконечной. Вот. Такие дела, ребята. Поэтому подписывайтесь на Ютубе и на Яндекс.Дзене. Сейчас у меня дела на Яндекс.Дзене пошли в гору. Предыдущее видео я написал, что мои подписчики исправят свое зрение. Я отвечу на все ваши вопросы. Начну конференции на Ютубе. Потом освою конференции на Рутуб. А вот в Яндексе почему-то нет конференции. И это большой недостаток. Я пою, потому что когда человек поет, да еще в ритме сердца, а сердце пропускает кровь с каждой парой ударов своих клапанов, тук-тук, тук-тук. Это значит, тук один клапан открывается, а второй тук другой клапан. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Вот эти тук-тук, пара, это в течение одной секунды. А поскольку вы вращаете тоже в этом ритме, мышцы сами себе подкачивают кровь. То есть плечи, ну и другие органы болят потому, что нервные окончания посылают мозгу сигнал, что что-то не в порядке. Надо бы подвигаться немножко, прокачать сосудики и получить новую порцию крови. Мышца, которая работает, бицепс, который работает, он забирает на себя больше заряда эритроцитов и больше питательных веществ. И мышца растет. Поэтому если у вас плечики работают и в другую сторону, а если вы еще похлопаете, каждым хлопком вы либо подкачиваете красную кровь к плечам, либо убираете оттуда отработанную синюю кровь. С вами был Николай Полыга. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Как по зрению, так и по здоровью вообще. А также вопросы по продолжительности жизни. Всем здоровья!